Весной мы садим, с думой о зиме, хлопочем, наслаждаемся подачем. И не стыдимся, что весь нос в назме, мол, никогда и не было иначе. В делах житейских мы острее меча, кончаем институты не за даром. Детишки просят есть, с утра кричат, наш труд благословен канонам старым. И это все для тела, для утробы, из года в год до самого последа. Уклад такой не кажется уродлив, земному опыту доверились мы слепо. Но если душу все же признаем, посмертное ее существование, как надо бы лелеять нам ее, она по сути есть, что представляем сами. Приданное готовится невесте, она заранее готовит распашонки. Душе же не оказываем чести, не ценим девственности с юности лишенной. А ей, как образу, подобию Творца, приходится пред телом прогибаться и ждать, когда уверует в Христа, местами с телом тотчас поменяться, потеть и сеять проповедью слова, прославленного вышних Иисуса, доить послание апостольской коровы, молочные их реки тысячелетия льются, от юности с младенческих ногтей, об участи задумаемся вечной. Ту вечность коротать придется где? В огне не гаснущем, а не на русской печке. С заботой о будущем живите. Ищите Царствие Небесное повсюду. И правды Божии протянутся к вам нити. А то мы гимны чудные полюбим. 18 мая 2006 года.